Попытка правильно питаться номер 179. Легкий и очень необычный салат из форели. Для начала измельчаем свежую мяту, укроп и петрушку. Филе слабосоленой форели нарезаем на бруски. Половину зелени соединяем с паприкой, молотым имбирем и изотским перцем. Хорошенько обваливаем в этом рыбу. Довольно крупно нарезаем огурцы, помидоры и авокадо. Последнего сразу сбрызгиваем лимоном. Для заправки делаем винегрет из лимонного сока, винного уксуса, дижонской горчицы, щепотки соли и оливкового масла. Можно добавить каплю меда для баланса. Смешиваем овощи с оставшейся зеленью и заправляем. Рыбку нарезаем на кусочки, которые удобно будет цеплять вилкой, и подаем вместе с овощами. Домашняя еда может стать интересней. Пробуй!